Зря мы на прошлый Новый год решили все это до лучших времен отложить. Кто ж знал, что тогда и были лучшие времена? В начале года была одна война, в конце две. Сколько еще будет в этом? Систер, не каркай. Ну, войну-то в Украине до сих пор стыдливо называют спецоперацией. Хороша операция, 700 дней. Еще немного, и это назовут третьей мировой спецоперацией. Да типун тебе на язык. А что, по-твоему, лучше продолжать врать, что все вокруг врут? Злопыхатели все врут наперебой, что успех наш под Бахмутом никакой, что кинжал на гиперзвуке уж не тот, и его сбить может каждый патриот. Но в реальной обстановке все не так. Коношенкова спросите на крайняк. Киев наш, Харьков наш, а к обеду мы форсируем Ла-Манш. А еще врут, что у нас единства нет, что чморят меня обидным словом дед, что меня имел в виду один чудак, ляпнув дедушка наш конченый мудак. Но не верим мы в потоки этих враг. Он не конченый, а сказочный, вот так. Только я промолчу, комментарии давать я не хочу. Но не верим мы в потоки этих враг. Мы едины и сплочены, как кулак. Мы сильны, мы крепки, и плечом к плечу, как в банке пауки. Пауки. Походу мы с этой песней как в воду глядели. Пауки недолго оставались плечом к плечу до захвата Бахмута. Бахмут был взят адскими усилиями. После этого вагнеровцы решили выбрать добычу полегче, вроде Ростова-на-Дону или Москвы. И остановить Пригожина вызвался лишь один смельчак в Кремле. Да и тот в Минске. Кабы не было меня, не было б России, власть в Москве уже три дня на пинках носили. Поломали бы бордюр, захватили штабы, и настал бы полный сюр, кабы, кабы, кабы. Кабы я тогда с утра не был ни отложкой, сделали бы Вагнера винегрет с окрошкой. Из Воронежа рагу, из яйца кебабы, с роганину и шайгу, дабы, дабы, дабы. Не вступил я в диалог с уголовной рожей, то мотал бы первый срок президент Пригожин. Тучи с неба сорвались, не рожали бабы, и с гадюкой бы сошлись жабы, жабы, жабы. Не ловился б крокодил, рос кокос хреново, а Рамзан бы все кружил в поисках Ростова. Не вертелась бы земля, и погасло б солнце. Дайте что ли 3 рубля батьке миротворцу. Но Путин расплатился не с Лукашенко. Он даже не стал ждать, чтобы блюдо мести подали холодным. Да там вообще блюдо мести ждать не пришлось. Оно, можно сказать, само с неба упало. А мы и тут в воду глядели, попрощались заранее. Бывайте здоровы, Пригожин с братвою. У вас 5 минут попрощаться с Москвою. Чтоб как Суровикин не хавать баланду, валите до хаты подальше в Уганду. Вы славно гуляли от Дона до Тулы, в Кремле воспужались до жидкого стула. Теперь вы, наверное, у нас в Беларуси, но точно не знаю, а врать не берусь. Вы с бабками фуру свою заберите, стволы с париками обратно возьмите. Мешок порошка мы отправим с посыльным, но все, что нажито трудом, непосильным.
Я чё-то не понял, с чего вдруг прощаем? И чё, конфискат мы ему возвращаем? Не проще ли вздёрнуть его на берёзе? И пусть там висит в неестественной позе. Отправить до Киева с первой ракетой, забить его насмерть его же котлетой. Под Вагнера тему с полётом валькирий, пустить его плавать с привязанной гирей. А то, что останется в бочку с карбидом, и сверху залить радионуклеидом. Кувалду в отверстие нужное вставить и почтой России в Камбоджу отправить. Так будьте здоровы, пока что конечно. Живите богато, но недолговечно. Когда жизнь подкинет другого урода, мы снова загадим мозги у народа. Мы снова загадим мозги у народа. Но ясен красен, в случившемся виноваты мировая закулиса, внешние враги и особенно пятая колонна. Это телеги! Пятое колесо ни к чему, а пятая колонна вещь необходимая. На нее можно все списать. А вписать в нее можно любого. Есть руки, можешь листовку подбросить. Есть ноги, можешь на митинг пойти. А есть глаза, значит, можешь посмотреть на происходящее в стране под неправильным углом зрения. Пришла пора, ты стал иноагентом. Вчера был человеком, сегодня же ты чмо. Следи за языком и за контентом, а то одним моментом жилья лишишься и авто. Ай-яй, а не болтай! Зачем рассольник, если есть баланда? Зачем кровать и шконка, параша на троих? Брехать про нарушение прав не надо, ведь в том-то и засада, что прав у вас нет никаких. Ай-яй, вперед шагай! А ты иноагент, и он иноагент, любой иноагент, вы все иноагенты. Пока у нас есть суперпрезидент, а у него медикаменты. Пока наш супер-пупер-президент не распадется на ферменты. И распался ведь, если верить мутным конспирологам. Типа, лежит в холодильнике, ждет лучших времен. Да так убедительно сказали, что поверившие бросились свои холодильники проверять. А маловеры рванули за кордон. Типа, за граница нам поможет? Точняк. А там такие, а че вы все на запад претесь? У-у-у. Ну, мир-то большой. Валите себе на все три оставшиеся стороны. Море, ветер, волны, а еще медузы. Но народ к нам прет и прет. Нет, чтоб в Антарктиду, так на Лампедузу их из Африки несет. Мы, конечно, ждали, мы без вас скучали в очередь последнюю. Только было бы лучше, если бы бежали вы в страну соседнюю. Валите срочно вы из этих мест, ведь не резиновый у нас есть. Европа знают все, богатый край, но с гуманизмом сейчас не урожай. Короче, часть народа свалила, а пусто место свято не бывает. И на освободившееся место потянулись Талибан, Хамас, Лукашенко, Ким Чен Ын. Только норовят из-под тишка нанести дружеский визит. Монетизирую. Стали приезжать те, с кем в рай по пути. По горам, по долам едет в Сочи Эрдоган, и везет он кучу предложений по зерну. А ну-ка не зевай, попробуй угадай, с чем в итоге Эрдоган
ням-ням-ням, для Африки ням-ням, и мне бакшиш ням-ням, но не дают ням-ням. Правильно, ни с чем уедет. По холмам, по полям бронепоезд едет к нам. Старого оружия он нам вагон везет. Пошел вон ратосей, на поезд не глазей. И так понятно, чё куда и кто зачем везет. Бах-бах-бах-бах-бах, бух-бух-бух-бух-бух-бух. Тра-та-та-та-та-та, трах-тах и тебе дох. Правильно, это товарищ Ким. Неправильно, это путеводная звезда. Блистательный товарищ и гений из гением. В общем, друзья нашлись, враги в кутузке, скрепы крепчают, экономика рвется к зияющему успеху. Жизнь налаживается. Сперва рубляха-муха людям все налажали. Пора и жизнь наладить. Цифры-то любые нарисовать можно. А тем, кто цифрам не верит, можно и по старинке объяснить буквами. Обозвать их недоумками. И вся недолга. Недоумки, вот они какие. Недоумки, борзые, плохие. Недоумки, санкции нам шлют. Одного лишь не поймут, им самим придет капут. Эй, Европа, что ты будешь делать, когда настанут зимние холода? У тебя нет северного потока, только сопли скажи им изо рта. Недоумки, импорт сократили, микросхем поставки запретили. Думали, что мы вот-вот помрем, а у нас везде подъем, хоть мы про него и врем. Ах, тунг-мама, что мы будем делать? Надо нам логистику менять. Чем гонять товар через Европу? Проще сразу все в Китае брать. Недоумки, вот они какие. Недоумки сказочно тупые. Ну а если конкурс проведут, место номер два займут, почему и не поймут. Но награда это будет честной. И не стройте нам своих гримас. Вы займете лишь второе место, потому как первое у нас. Ну вот, наступил следующий год. Дай бог не последний. Веселого, конечно, мало. И судя по стараниям фигурантов нашей программы, будет еще меньше. Но пара бутылочек веселья-то у нас осталось. Да не тяни ты, открывай. Как же открыть, если не тянуть? За Новый год, друзья! Пусть на этой планете хоть что-то починится! Будьте здоровы! Мы их всех переживем! Ну не мы, так наши дети и внуки! Уверен, что переживем! Стопудово, бро! Они сами для этого все делают! Наш Бог вдруг покататься решит на лафете. Главное застанным не быть врасплох, чтоб раньше всех оказаться в буфете. Я буду первым, я молод и крут. Или же нас коронуют на сходке. Хрен вам по морде, ведь я уже тут. Мне до Кремля 3 минуты с Рублевки. Свадьба собачья, веселая свадьба. Чья же кремлевская будет усадьба? Ведь на невесту штук 100 претендентов. Свадьба собачья, без сантиментов. Срочно забьем у Кремля свою стрелку. Власть мы поделим, как тузики грелку. Да, и стране уж пора сделать тюнинг. Пусть же начнется жаба-гадюкинг. Власть завоюет не штык, а бабло. И по закону в царево жилище въедет премьер. Да закон и фуфло. А кто с оружием, тот и с баблищем. Это пока что всего лишь мечты. Дедушка вечен, то воля Господня. Вечен, то вечен, а ну как гранты.
Так что готовиться нужно сегодня. Вот интересное время какое, а впереди интереснее втрое. Жаль, что не все убедятся воочию. Нет, живут, очень жаль, но не очень. Свадьба собачья, веселая свадьба. Чья же кремлевская будет усадьба? Ведь на невесту штук 100 претендентов.